Скорую медицинскую помощь нашему населению оказывает Сухолужская районная больница, круглосуточно и бесплатно, в соответствии со статьей 39 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». Бригаду скорой помощи вызывают с любого телефона по известному номеру 03. Скорая помощь принимает вызовы при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, при потере сознания, кровопотере, удушье, судорогах, боли в области сердца, живота, неоднократной рвоте и психическом состоянии, опасном для жизни больного или окружающих. Скорая немедленно выезжает при родах, несчастных случаях, автокатастрофах, поражениях и травмах на производстве. Больным и пострадавшим, которым не требуется срочная медицинская помощь, может помочь бригада неотложной медицинской помощи, созданная и работающая на базе районной больницы уже в течение 2 лет. Скорая помощь – это где угроза жизни и смерти, где человек на грани жизни и смерти – это скорая помощь. То есть у нас круглосуточный 3 поста, 3 бригады, будем говорить, которые укомплектованы по 2 фельдшера. Они в первую очередь должны обслужить тех, кому очень плохо. Задача больного или того, кто вызывает помощь, четко ответить на все вопросы диспетчера, назвав номер или ориентир, где находится пострадавший, по возможности его фамилию или приблизительный возраст. Вызов считается принятым, если диспетчер ответил: «Ваш вызов принят, ждите». Бригада скорой, согласно существующему регламенту, должна выехать немедленно и прибыть на место через 20 минут. Но учитывая, что радиус территории более 32 километров, бригады не всегда укладываются в регламент. Для сокращения времени оказания помощи больному скорую лучше всего встретить у ворот дома или подъезда. Больному можно помочь только совместными усилиями, тем более, когда счет идет на минуты. Все вызовы и запись разговора фиксируются. Маршрут движения отслеживается в режиме спутниковой системы ГЛОНАСС. Таким образом, деятельность службы скорой помощи прослеживается в режиме онлайн, и в случае необходимости ее можно подвергнуть анализу.